Wake up, с вами Вова Кэс. Новые зрители, подписывайтесь на этот хороший канал. Вы нам нужны. Нас будет больше, мы будем сильнее. Но не факт. Нажмите на колокол. Поставьте ваши лайки, дорогулькины. Не забудьте про дизлайки. Пишите комментарии. Приятного просмотра. Настя Ивлеева хайпит на Дане Милохине. Инстасамка начала разоблачать блогеров. И неужели Алексея Навального отравили? У Насти Ивлеевой вышел второй выпуск ее нового шоу. На этот раз гостем шоу стал Даня Милохин. У нас в гостях потрясающий, великолепный, совершеннолетний? Да. Совершеннолетний, да. Даня Милохин. В комментариях пишут, что Настя, будучи уже взрослой тетей, пытается с помощью молодых хайповых людей держаться на плаву. Но выглядит это очень смешно. А вот вы согласны? Вы тиктокеры, а мы пропахали уже своим творчеством Инстаграм, Ютуб. Моргенштерн и Тимати уже начали съемки совместного клипа. Сами они об этом нигде не афишируют, но папарацци засекли их в Сочи. А вот вы как? Ждете этот коллаб? Инстасамка уже несколько дней скандалит и якобы разоблачает блогеров. Вначале она предъявила Юлику и Кузьме за то, что они раскрутились только с помощью реакции на чужой контент. Вы ебаные паразиты, которые ничего своего не производят. Ебаные бездарности, которые просто сидят пачками видосы, клепают. Они весят этих мнений, они ничего своего не производят и своего ничего не делают с нуля. Далее самочка начала требовать от Игоря Синяка, чтобы он прекратил покрывать друзей и публиковал в своем паблике ВПШ про них правду. Пожалуйста, блять, Игорь Синяк, ты можешь это осветить? Ты гонишь! Они, блять, поголовно публикуют рекламу каперов и говорят, что им так надо! Ты ебанулся, что ли, блять? Твой паблик — это не СМИ, нихуя. Это просто инструмент для твоего выживания. С кем ты дружишь, того ты там публикуешь. С кем ты не дружишь, того ты там смешиваешь с говном. Больше всего она требует разоблачить Андрюху Петрова и Карину Аракелян. Андрей Петров, Верона, Карина Аракелян – это те люди, которым Игорь лижет жопу и делает про них посты только в положительном ключе. Они продолжают рекламировать это. Сегодня ночью Саша Кэт выложила, и пару часов назад выложил Илья Белов такую рекламу, и все об этом молчат. Андрей Петров просто людей, просто, блядь, ходит, бьет людей за то, что его послали нахуй. И об этом молчат. Об этом ни одной, сука, записи в паблике. Синяк Дашу игнорит. Написал лишь то, что инстасамочка в таком дерьмище, что ее репутации уже ничего не поможет. Да и не ей вообще судить о зашкварах других людей. Напишите, пожалуйста, а вы с кем согласны? С Игорем или с Дашей? Игорь, почему ты, блядь, молчишь? Ответь. Ответь за то, что ты называешь на полном серьезе свой паблик СМИ. У вас в шапке профиля написано интернет-СМИ, нихуя не СМИ. Вы просто постите туда своих друзей. Юлик, кстати, пишет, что Дашка шалашовка, которая просто пытается хайпить перед выходом альбома или гива. Сегодня интернет всколыхнула новость об отравлении Алексея Навального. Ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Полета из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо, он потерял сознание. Самолет экстренно сел в Омске, Навальный был госпитализирован с подозрением на токсическое отравление. Самолет пришлось экстренно приземлить в Омске. Там Навального забрала скорая помощь. Политик впал в кому. Окружение Навального уверено, что его отравили намеренно. Перед вылетом он пил чай, в который, возможно, и подмешали яд. А вы как думаете, возможно, что это отравление и покушение? Случайность это или нет? Диагноза у нас по-прежнему нет, и мы не знаем, что именно послужило причиной всего произошедшего. Пишите в комментариях по этому громкому делу, очень интересно будет почитать. Клик и попадаешь на предыдущий выпуск. YouTube его не рекомендовал и ущемляет нас и наши права. Поэтому переходим. Ставьте лайки и, конечно же, дизлайки. Пишите в комментариях, о, как я буду ждать нашей следующей с вами встречи. Всем пока!